Всем привет. Ребят, приехали мы опять на протезно-ортопедическую клинику. Мариша, покажи сейчас, как это выглядит. Вот так многие задавали вопрос. Это находится на бульваре Гагарина, 84. 84, да. Здесь я одевал тейпы на ноги. Обе мне, получается, эти икры выключали. Но икры сейчас нет болезненной, как бы нет этой реакции вот этой на икры, которая была боли. Осталось как бы небольшое потяжение с левой стороны на ноге. Сейчас мне сказали, будут отключать частично боли на позвоночнике. То есть так как у меня остеохондроз в переломах, сейчас мне это дело будет отключать. Ну, соответственно, домой потом приедем, я вам покажу, как это дело выглядит. Сейчас скажут, о, начались болячки, 30-е. Нет, ребята, это не то чтобы болячки, это как бы такой, ну, как сказать, повседневный момент, что остеохондроз, он абсолютно у всех. У Маринки остеохондроз шейный, то есть, ну, у любого человека он есть. После 30 в основном позвоночник, он дает усадочку, да, и получается как раз межпозвоночные грыжи. Ну, потому что мы уже после 30 не молодеем, мы только стареем. Такая вот ситуация. Все, в принципе, как бы в России, и не только в России, подвержены вот этой болячке. Не то, что у меня там прям перелом, а вообще как бы. Вот, потом, что хотел сказать. Походил сколько, 3 дня, да, получается, в тейпах? Ну да. На ногах. В принципе, я их не чувствую. Все еще ноги отдыхают, все хорошо. Единственное, вот осталась только спина. Ну, сейчас я зайду, сниму. Увидите, что получится. Доктор, который постоянно меня выручает и лечит, значит, нашли мы проблему, почему у меня подтягивает ногу. Ногу подтягивает из-за того, что... Как правильно это? Коксартроз. Короче, жопа, ребят. Под вопросом пока. Надо, его нужно доказать. Надо, ребят, заниматься. Из-за того, что сидячий образ жизни, вот как бы страдают ноги, получается, страдает спина, страдает все. Потому что не видите сидячий образ жизни, вы чаще ходите, вот врач вам скажет. Спорт превыше всего. Сам спортсмен, видите? Руки какие бицепсы, вот, в мою голову. Так что... Ребят, сейчас меня будут отключать, получается, вот эту вот мышцу, потому что доктор, врач нашел, нажал, короче, ребята, и меня стрельнуло по ногу, он говорит, все понятно, сейчас отключим, посмотрим. Вот так все это, ребята, все дело выглядит. Ребят, доктор, врач у нас Муртуз Хаджиевич, так что если вы будете приходить в поликлинику сюда, сразу спрашивайте, просто у нас там задали вопрос, как зовут врача. Ага, вот, что, ребята, будет? Что получилось? Ну, прям отключилось сейчас, вот я даже не чувствую вот это, которая у меня была боль, которая отдавалась в пах. Сейчас это уже прям красота. Ребята, все так это дело выглядит. Все, до свидания. Спасибо. До свидания. Выключили мне, получается, эту мышцу. Я, ребят, все еще не верю. Вот многие скажут, что там тейпы, тейпы. Ребят, вы охренеете. Вы просто ни разу не пробовали эти тейпы, поэтому вас даже сравнивать не с чем. Я не могу, ребят, все еще поверить, серьезно. Он мне нажал буквально одну точку, и у меня сторона такая, пяу, сразу же стрельнул. Он говорит, все понятно, какая мышца. Сейчас я ключим. Потому что, говорит, мышца забита, потому что ты, говорит, ну, мало физической нагрузки даешь. Ну, то есть не то чтобы физической нагрузки, а именно растяжки. Нужна растяжка для этих мышц, как бы в паховой области, где вот которая, нужна растяжка. То есть если я буду растяжку нормальную постоянно давать, мышцы забиваться не будет, воспалений никаких там не будет внутри. Я же не вижу их, как бы, мне просто больно, и оно начинает, получаться, от паховой области стрелять. Как в этот, получается, в икры, как в ляжки с внутренней части. И, соответственно, он говорит, мы нашли, то есть методом такого исключения мы сначала дали отдохнуть, получается, икрам, а также теперь нашли эту мышцу и дали ей отдохнуть, дадим ей отдохнуть. Соответственно, также он меня послал сделать на всякий случай снимки. Он говорит, нам надо все равно в любом случае исключать, получается, вот это не остеохондроз, как-то как остеохондроз, но только типа вот этих тазобедренных суставов. И лечение, сказал, без уколов, слава богу, потому что для меня уколы – это вообще что-то страшное. Вот сейчас Маришка тут сидит. Ну вот, ребят, смотрите еще раз. Бульвар Гагарина, 84, травмпункт. Вот там как раз травматолог, это Муртуз Хаджиевич. Спасибо вам огромное, вы суперврач. Вот, протезка. Вот оба УГИ, ребят, кому будет интересно. Это перекресток Старцева, бульвар Гагарина. Маришка сейчас... Зайка моя, любовь моя, нашел у меня эту мышцу, представляешь? Он мне нажал, он говорит, ну-ка давай-ка, я говорю, вот здесь тянет. Он говорит, давай сейчас посмотрим. Нажимает, у меня нога
Пау, как будто ногу отрывают, представляешь? Он на ляжке внутри нажимает, у меня как будто нога... Он говорит... Ну, то есть не спина, а все-таки нога. Снимок надо будет сделать, он послал. Там получается исключить... Какой хондроз опять, короче, тупо, костей, как бы именно тазобедренных. Он говорит, потому что часто сидите, говорит, надо растяжку делать. Говорит, помимо того, что ты зарядку делаешь и занимаешься, надо, говорит, именно делать растяжку вот этих мышц, потому что многие начинают их путать и потом лечиться совершенно от другого. Короче, говорит, давай посмотрим, уколы исключим, потому что я сразу сказал, уколы делать будем. Он говорит, от этого, говорит, ну, я, говорит, пропишу тебе, говорит, хорошую гимнастику и таблеточки. Вот, он мне сейчас, получается, отключил вот эту мышцу. Я ребятам показал этого врача, так как вопрос задавали, представил. Ну и, в принципе, ребята, если у кого-то болят суставы, там, кости, там, мышцы и тому подобное, не надо там лишний раз бегать, ставить уколы и тому подобное обезболивающее. Все это убирается тейпами, этими наклейками. Я, получается, кому-то, не помню, с подписчиков просто оставлял, он задавал вопрос, что это за тейпы волшебные, да, я ему оставлял вот именно ответ, из чего они состоят, что это такое. Футболисты, различные спортсмены при получении травм на соревнованиях и тому подобное, чтобы дальше участвовать, им клеят вот эти тейпы. То есть они отключают как бы часть мышц, которые именно вызывают болезненные эффекты. То есть вот, к примеру, да, мы уже приводили, Настя у нас в Екатеринбурге упала, в Екатеринбурге в зоопарке, и очень сильно растянула, как бы, как не растянула. Получается, время, когда они отключаются, они восстанавливаются. Отдыхают, да. То есть ей даже хотели накладывать гипс на ногу. Сюда мы приехали, она даже на ногу вставать не могла. Муртуз Хаджиевич ей как бы наклеил все эти тейпы правильно. И все, ребят. Она тут же встала, помнишь, да? И начала даже бегать, прыгать. То есть все. Полностью восстановили. Также это касается остеохондроза спины. То есть начинает, когда спина болеть, тоже так же тейпами они отдают отдыхать определенные там мышцы, ну, определенной группе мышц и тому подобное со спиной. То есть также, когда болят ноги, он смотрит, от чего это может быть. То есть это либо там остеохондроза, то есть и какие там группы мышц отключить. Ну, я, ребят, в этом на самом деле профан. Я это знаю вот настолько, сколько вот он как бы это все делает, видит, и, соответственно, ну, не каждый это может. То есть там надо сосуды обходить и тому подобное, чтобы, не дай бог, что-то не навредить. То есть это должен делать профессионал. Сами ни в коем случае, ребята, этого не делайте. Ну и все, в принципе, рассказал, кому надо, вот адрес назвал. Ребята, я в шоке сейчас. Блин, вообще, даже слов нет. То есть тебе оставили те тейпы, еще новые наклейки? Да, тейпы со стороны внутренней ляжки. Ты, короче, скоро будешь как этот Робоков. Я показал. Ну, ребят, просто понимаете, когда это страшно, вот давайте так, честно. Мы все как бы кичимся, мы ничего не боимся, 3-10, мы такие крутые, там, знаете. Но когда касается лекарств, таблеток, болезней, ребят, мы все боимся. Просто кто-то признает, ну, то не трус, он признает. Я всегда говорю, вот нет таких людей, которые не боятся. Если человек говорит, что я ничего не боюсь, этот человек врет. Этот человек, значит, трус, потому что он боится признаться. Вот я боюсь, допустим, там уколов и тому подобное, я не скрываю, я боюсь самолетов, я не скрываю, у меня друзья, да, Маринка, я вот это говорю, я боюсь, я трус вот в этом плане, как бы, вот. И поэтому, когда вот ты приходишь, трясешься к доктору, а он тебе берет наклеечку, клеит, ты такой, вау! Ты же еще бы зубы так лечили, да? Да, конечно, как бы, ребята, это не панацея, я в смысле говорю от всего, это, то есть, как бы, просто для меня сейчас, ну, немножко так волнительно, то есть, потому что я же заходил и тоже переживал, ребята, вы поймите, я человек, как любой, так же я переживаю. Всем пока! А, не, кого пока? Мы сейчас еще по пути заедем в сигнализацию, где мы устанавливали. С нами же связалась компания Пандора. После нашего видео, через недельку, да? Они нас нашли сразу. Ну, до этого они нас месяц как бы даже не искали, как бы и не связывали с нами. А после того, как видео вышло, они нас нашли. Они пытаются с нами сейчас урегулировать этот вопрос. Так что мы сейчас поедем к нашему установщику. Написали много-много вопросов. Очень много, ребят. Сейчас нашего установщика мы съездим, переговорим, он с ними свяжется и уже дальше не будет без нас решать. Потому что сигнализация за 60 тысяч, она должна работать, а не просто стоять, как говорится. И служба поддержки, она должна работать, а не просто так, для названия, для галочки быть. Ребят, ну все. Съездили у того установщика. О, привет, он нас тоже смотрит. Даже после того, как на нас вышла техподдержка и начали там пытаться с нами связаться и тому подобное, сейчас мы позвонили напрямую, вроде как, с этой техподдержки человеку, который должен заниматься этим вопросом. Он, зараза, трубку не берет. Несколько раз ему звонили.
Ну, по Москве, если вот у нас сейчас 4.43, то есть, в смысле, 16.33, а по Москве там у них, в принципе... Ну, да, уже тоже больше 2 часов, в принципе, то есть, обеденное уже, время бы, закончилось. Да, закончилось. Ну, не знаю, я, ребят, все равно остаюсь при таком мнении, что, как сказать, вот наш производитель российский, наш производитель зачастую, ударяясь в заработок денег, забывает обратной связи с народом. Это то же самое, что вчера вот одноклассники, кто, ну сейчас встречи, после этого, наверное, видео выйдет, там про одноклассники прикол. То, что сайт вроде пытается на себе аккумулировать те заработки, что на YouTube, то есть они пытаются там открывать каналы, там типа 3-10, чтобы люди заливали видео. На каком-то этапе они типа даже платили деньги, а потом перестали платить бабки и, грубо говоря, заливай сам, как хочешь, это для своего развлечения там условно. И выживай как хочешь. Вот, и вот это вот все, вот, что касается российских производителей, да, вот примерно так выглядит. Как-то вот напряжно, честно говоря. Надо научиться все-таки общаться со своими покупателями, чтобы покупатели твою продукцию потом рекламировали. Вот это вот, как бы, получается, как называть-то, было... ну, не просто какая-то реклама, радио такое, да. Вот именно между собой, сарафанное, да? Радио, да. Они просто там, человек купил сигнализацию там за 60 тысяч условно, да, а она у него не работает, и техподдержка с тобой не связывается. И нахер такая сигнализация никому будет не нужна. Человек про это расскажет обязательно, да. И после этого люди не будут покупать эту сигнализацию, потому что ну нахера человеку покупать и мучиться потом. Он возьмет подешевле, с точно такими же функциями, только подешевле. Вот и все. Так, ребята, вот как я сейчас выгляжу. Ну, как настоящий мужик, да? В носках. И в боксерах. Ну, ребят, боксеры это нормально, это то же самое, купальные, блин, можно сказать, трусы такие же. Ну, это не купальные, конечно, но купальные такие вот. Вот. Вот так получается. Девчонки разбирают покупки. Вот так все это дело выглядит. В принципе, страняшечка, да? Ну, сейчас, по крайней мере, ребят, можно спокойно. Как я вам? Мария Николаевна, не сильно толстый? Ты хоть это, шорты одел, что ли? Не сильно толстый я, нет? Нет, нет, я тоже думаю, что нет. Взвешиваюсь постоянно, ребят.